И всем привет, ребят, с вами я, Лайтман, и сегодня за долгое время вышла информация о обновлении 0.8.0. Для тех, кто не знает, 0.8.0 это будет глобальное обновление. Айзука опубликовал вот такой тизер совсем недавно. И я у него спросил, что же он значит. А он мне ответил, что это показ обновления 0.8.0. И таким образом мы можем понять, что этот тизер это то, что будет обновлен 0.8.0. Сейчас мы его разберем. Итак, первое, что мы видим на этом тизере, это новые модельки пацанцев Хаоса и Могавсов. Они будут выглядеть более оригинально. Ведь сейчас у нас полностью все модельки вырезаны из SCP-SL. Таким образом, мы можем даже ждать обновления ученых либо дэшек. Было бы прикольно. Итак, следующее, что мы видим, это кровь. Значит, у нас в игре будет детализация крови. Это добавит более, знаете, атмосферы игры. Того, что случилось в аре. Скорее всего, она будет появляться при укусе собаки, либо при том случае, когда в тебя попали, а ты стоял возле стенки. Итак, следующее, что мы видим, это обновление графики и обновление офисов. Это сделано для того, я так понимаю, чтобы у плееров, а у них, как правило, плохие телефоны, не лагал телефон, потому что при таком большом обновлении, скорее всего, лагать будет точно у многих. И поэтому будет снижена графика, я так понимаю, если честно, она похожа на Sandow 2. И это, я так понимаю, добавит оптимизация. Следующее, что мы видим, это обновление оружия. Как вы видите, у пацанцев Хаоса пулемет. И если честно, он мне напоминает пулемет из SCP-SL. Вот вам для сравнения пулемет из SCP-SL и пулемет вот здесь. Как видите, они реально похожи. И я так понимаю, у МТФников тоже новое оружие, правда я не могу разглядеть, что это за оружие. Скорее всего, какая-нибудь М-ка. И следующее, что мы можем предположить, это, конечно же, фикс оружия. И раз выйдет новое оружие, значит его и пофиксят. А именно что пофиксят? А стрельбу и разброс. Они вот сейчас очень багнутые. И на этом я заканчиваю свое видео. Надеюсь, вам понравилось и вы уже поставили свой лайк. Ждите моих новых роликов. Ну, а я всем желаю удачи и пока!